Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом коротком видео открываем подарок от одного из моих друзей, соклановца и зрителя Варбиста. Спасибо тебе большое, Варбист, за присланный подарочек. И отдельно хочу сказать огромное спасибо хлопчику по имени Матвей или мужчине по имени Матвей, не знаю, который прислал мне донатик. Спасибо большое, Матвею. Дякую тебе дуже-дуже. Мені дуже приємно, особливо за те, що твій донатик ти кинув на те, щоб я придбав собі додаткові снаряди для свого каро. Дякую, всього тобі найкращого, обнімаю там, жму тобі руку. Ну що, ребят, давайте будемо відкривати, давайте посмотрим, що Варбіст мені прислав. Це дійсно дуже приємно, вне зависимості від того, що там лежить. Головне, внимание. Ну що, розпаковуємо подарок, і там у нас, ребята... Ну давай, не томи! Ох-ох-ох! Ох-ох-ох-ох-ох! Ничего себе! Блин, 2500 золота, 1560 сниппетов, которые падают в копилку, и я дальше иду к заветной восьмерке, и плюс к тому, есть возможность попытать счастье во французских контейнерах и мистических контейнерах, и тех, и других у нас по 3 штучки. Что же касается легендарных аватаров и вот этих вот контейнеров с кастомизацией, то с них начнем, но я, в принципе, к ним отношусь крайне спокойно. Мне, ну, что есть, что нету, любимые аватары у меня уже, в принципе, есть. Пока в игре не вводили прям какой-то такой аватар, от которого у меня лицо трясется бы, ну, тряслось бы. Что же касается фонов профиля, то опять-таки у меня есть мой официальный фон профиля, который предоставлен мне компанией Wargaming, за то, что я являюсь официальным контрибьютом Wargaming. И такие есть вот эти вот фоны профиля исключительно у официальных ютуберов по лицу. Поэтому, ну, мне фоны профиля как бы и не нужны. А вот что касается контейнеров, то здесь давайте поглядим. Сразу будем открывать, начинаем с французских контейнеров. Смотрим, что там упадет. Глядишь, сейчас еще француза какого-то как достану себе. Сертификат на 28 тысяч единиц свободного опыта. Это очень круто. И в окончании видео я вам объясню, почему. Так, открываемся. И здесь, ребят, открываем. У нас третий контейнер, из которого... Ну нет, контейнеры нации это все-таки не то. Единственный нормальный контейнер нации, который я знаю, это немецкие контейнеры. Там действительно плюс-минус и шансы нормальные почему-то по выпадению. По крайней мере, часто выпадает многим. Ну а что касается машин, то там тоже все самое клевое собрано. Так, открываем мистические контейнеры. Ну блин, если сейчас еще будет мистический сертификат, это будет просто взрыв. Но... Но что-то не идет проверка на фарт. По-моему, все мое везение ушло на рулетку. Так. Ну да. Ну, вот как-то так. Ну, обидно. Обидно, вопросов нет. Ничего не получилось достать из контейнеров, но... Варбист, мне крайне приятно, пощекотал немножко ты мои нервы. Ну а что касается сертификатов, почему я говорил, что на 28 тысяч, это круто, классно и в моем случае очень даже интересно. Сейчас у меня раздуплится все-таки мое хранилище и опустимся вниз, я вам покажу просто в чем прикол. Прикол заключается в том, что таким образом я насобирал 10 вот этих вот сертификатов на 28 тысяч, я это все дело объединяю и теперь... Имею полное право моральное, ну а главное, имею возможность открыть себе целых 350 тысяч свободного опыта. Что, кстати, с удовольствием сейчас и делаю. Так что, Варбист, ты мне закинул возможность дополнительно забрать еще 350 тысяч свободочки. Спасибо тебе большое. Я побежал снимать, ребят, специально для вас следующее видео. Хранилище продолжает висеть, но к этому я уже даже в какой-то мере привык, что ли. Ну и плюс к тому, стоит отметить, что здесь у нас в сезоне 3, благодаря присланному подарочку Варбиста и плюс к тому, благодаря тому подарочку, который прислал мне до этого Артемка, я могу забрать себе Сайленсер. Великолепно! Первая машина из события у меня в кармане. Здесь у нас идет великолепнейшее видео по поводу
сумасшедших баталий и битв, в которых Silencer должен будет мне помогать, как я понимаю. Ну, будем надеяться. Мне лично машина плюс-минус чем-то зашла. Вот так вот. Много чего появилось на аккаунте. Огромное спасибо большое всем, кто поддерживает канал в его развитии и делает свой вклад. Не только финансовый, хотя за это я отдельно благодарен, но и в виде подарков в игре и в виде ваших подписок и лайков. Спасибо большое, кстати, отдельно за комментарии, которые вы мне пишете, которые действительно приятно читать. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.